премиум тема WordPress под названием Ливерпуль, футбольный клуб. Я ее делал для фана, кто хочет писать о своем любимом клубе, в частности это Ливерпуль. То есть здесь уже заранее предопределенно установлена картинка в шапке, которую в принципе вы можете поменять. Картинки подписки на YouTube канал, на почту, на RSS, которые тоже вы, в принципе, можете поменять. Здесь есть картинки для демонстрации предыдущей игры, ее, допустим, анализа, и аналитики по будущей игре. Они сделаны мной через Photoshop. В Photoshop есть файл Photoshop, каждому покупателю я даю, и вы сможете менять логотипы футбольных клубов, названия, то есть там ничего сложного нет. Тоже это все есть в моей инструкции. Из таких обязательных плагинов, которые, ну, как бы можно сказать, что я здесь использовал, это плагин таблиц, с помощью которого я советую вести турнирную таблицу. То есть он, в принципе, не автоматизирован, то есть он не имеет отношения к футболу или к таблицам каким-то. Это обычная таблица, в которой вам нужно будет руками менять места команд. Вот, в зависимости, ну, после каждого тура. Я думаю, что там менять, в принципе, немного, поэтому это тоже несложно. Эти строчки в таблице как меняются, тоже это все там понятно. Файл. Точнее, плагин этот, он русифицирован, и там, в принципе, все настройки таблицы понятны. Но даже если непонятно что-то будет, каждый покупатель от меня получает поддержку. Вы сможете задавать мне вопросы в магазине через тикеты, систему тикетов, или на почту писать, или в Skype стучать. То есть я всегда каждому покупателю помогаю, подсказываю и, скажем, не оставляю его один на один с его проблемами. Ну вот, в общем-то, и все. Тему я писал довольно давно, и она на сегодняшний день, к сожалению, не поддерживает адаптивный дизайн. Но если вам тема понравится и вы захотите ее приобрести, я вам подскажу, как с помощью бесплатных или платных плагинов можно настроить адаптивный дизайн, который будет достаточно корректно показывать ваш сайт на мобильных устройствах. Вот, в принципе, и все.